Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Oppo Reno 8 Lite. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы забыли пароль, как его сбросить и как вместе с ним сбросить все настройки устройства. Для этого мы отключаем наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочку питания. Попадаем в такое вот меню, выбираем английский язык и далее, чтобы нам все сделать сброс всех настроек, в том числе и пароля, нажимаем Wipe Data и вводим код, который у нас здесь показан. Нажимаем Format Data, Format и ждем. Нажимаем ОК. И таким образом мы сбросили все, в том числе и пароль. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.